И он очень символичен и по названию, и по содержанию, по составляющим всем. Это связь времен и поколений ветеранов Великой Отечественной именно войны, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины. Это мужество и героизм тех, кто выполнил свой воинский долг в Афганистане, в Чечне, в других горячих точках, кто сегодня стоит на защите интересов нашей страны, великой страны, любимой страны. Во имя добра, во имя мира между народами, сегодня и всегда мы вместе. Мы – сила. Мы – память. Бог и окопы в округе, но душу согреет письмо от подруги. Надежда на то, что в тебя кто-то верит, проверит любовь и солдата проверит. Какой бы трудной ни стала дорога, солдатская доля, война и тревога, крестами зачеркнутый весь календарь. Но что этот бой нам сегодня подарит? Солдаты России, солдаты России, вы звезд над погоды себе не просили, и только на небе вам звезды светили. Кому на Кремле, а кому на могиле? Солдаты России, солдаты России, за веру и правду огнем вас крестили. Пусть все продается, но вас не купили. Дорога, вас матери ждут у родного порога, а вы все уходите в бой без оглядки, когда же война наиграется в прятки. Но снова приказ и в родную сторонку везут ордена и везут похоронку. И нет для России дороже расплаты, когда за нее погибают солдаты. На пути вашим братам, и каждый найдет дорогу обратно, где мир и покой, и родные улыбки, где вы не в ответе, защита ошибки. И пусть вас встречает любовь и удача, а мать и подруга о счастье заплачут. Здесь все по-другому, и все так знакомо, и хочется крикнуть: «Мама, я дома!»
не спасав.